Пускай даже, блядь, на 6-7 боссов, нахуй. Я тебе не говорю вот конкретно тебе, что ты хуёвый энф там или еще что-то, нахуй. А просто про сам класс, нахуй. Который, блядь, в принципе в десятке не берется. И в 25-ках его почти нету. Ну потому что это глупые стереотипы, которые перевязывались, нахуй, все. Понимаете, да может, при чем хорошо здесь, быть. Да при чем, не собрался, да вот при чем ничего здесь не будет. глупые, при чем здесь глупые стереотипы, нахуй? Если, блядь, условно просто взять, нахуй, какого-нибудь Фурика, нахуй, или, блядь, Рогу, нахуй, намного профитней. Во-первых, он дает больше ДПС, а во-вторых, блядь, ну, типа, ну, он лучше, ну. Ему не надо не ебаться с какими-то стаками там и так далее. Он быстро свичнулся в трэш, он ничего не теряет. Это я про Фурика сейчас, например, говорю. Все Пускай завязано роль, на этом, пускай понимаешь? роль шмотку, да и все, нахуй, расход уже. Он вроде живой. Все готовы. Поехали. Пару траев хотя бы попробуем. Ну, Я пришел, тем более пришел в этот рейд так, чисто помочь нахуй и не агриться, и вообще без этих криков и прочей хуйни. Вы делаете обратно нахуй. Так что мне вас мутить просто или что? Ну? Чтоб вы мне настроение не портили. Скоро так я начну чувствовать делать. Поехали. Вот фури. Вот смейте пока. Сферу увешать. Нажми. Есть, кстати. Сферу, да, давайте сейчас сферу добить или нет. Друидов спас убить. Жми. Ясно. Все, хватит на сегодня. Ну знаешь, почему ты умер? Посмотри информацию о смерти. Если что, это не прохиливается. По факту, я тебе говорю. Кое-кто, блядь, проводником молнии, нахуй, тебя ебану. Да, сори. РЛ, что ли? Вот слакер, РЛ. РЛ, РЛ. Проводнику. А щит вас путь сделаем, нахуй, не отвлекайте, я сейчас порою. Друидус, у тебя там в чем проблема, нахуй? Я не могу понять, нахуй. Ты кнопку, блядь, не видишь или что? Друидус. Не беги сразу. Сейчас подожди, пару человек. Друидус, прием, блядь.
В смысле, блядь, ты тупишь, нахуй? Ты не можешь, блядь, нажать нахуй на кнопку, которая у тебя внизу экрана находится, блядь, когда тебя озвучивает каст, нахуй? Или ты в таргете босса не держишь. Если вот такое, ну, типа, блядь, хуйней будешь заниматься, на, типа, тебе вообще нихуя не светит, ты понимаешь, что ли? Не начнете справляться, нахуй, найду замену. Это я про 25-ки говорю. Но пугов не понимают, что они делают. Рыбу хавайте, полба быстрее. У тебя встать есть? Или еще когда? Риди. В смысле, 30 минут когда в него? А, ты вставал уже на поле точно. СС, дай воничало по ритер. Я что-то тупанул, чтобы встал в тюрьме. Вот эту спирку, которую я... Причина плуба. А еще одна. 5, 4, 3, 2, 1. За проводник мы смотрим, мы раньше набрали все. Особенно РДД. Проводник первый пришел. Сфера. Сферу свищенную залили быстрее. Второй проводник пришел. Манис в бежках. Угу. Сфера. Лодька тотема есть? Нет, я его. Бейте босса пока. Сферу уезжайте. Апдот там минимальный проблем. Это хард, сбей касс. Угу. По звезде сыграйте. Проводник. Звезду добили быстрее. Свищу не все в звезду. Босса нам еще не выйти с меня. Каст. Мелизону держите. Вейтпыри себе. Каст. Звездочку добили. Босса бьем. Бруидус, блядь, смотри, не проебись, нахуй. Мелизону прокил, твою
У кого там сейчас эта хуйня? Каз бейте. Звездочку последнюю вот эту добили. Сверху играем по боку. Все отлично. Я собью. Босс, бьемся. Зао, поставь тотем на ману. Приз дай гим на ману быстрее, прям сейчас. Перевозим босс. Аркан. Метки запомнили, когда все твои закрывают. Геру, давайте фул готовить по боссу. Репорты свои жмите, бурсты. Нам под первого из малых не стопайте, например. Должны прохилить. Подняли рейдно, быстрее. Да, из малых. Руны закрыли. Прохил. Прохил. Дальше босс убьем. Больше лепс. Мелкий готовь, сейчас сокру даже. На середине касте таймер он. Давай скру. Руны закрыли быстрее. Прохил. Ваничеллу поднимите. Друидусу. Вот, рейд. Угу. Все, босс дальше. Блин. Подняли рейд по хп. Рейд подняли быстрее. Стопнули по боссу, никто не бьет. Убрали. Закрываем руны. Без команды не бьем. Закрой. Угу. Ждем, не бьем никто босс. Прохил. Прохил, не бьем. Не бьем, прохил. Все, поехали дальше бить. Стопнули по боссу, никто не бьет. Прохил. Руны закрыли. Прохил, никто не бьет. Прохил. Поднимите рейда по хп быстрее. Эйл хард, шп. Прохил, прохил. Все, дальше босс умеем. Беру на бурю. Дай иннер по зау. Друидус, иннер по Барамирус. Прохил, стоп, никто не бьет босса. Прохиливайте друг друга себя быстрее. Никто не бьет, блять. Не бейте, не бейте. Войтхури, дай БР по друидусу быстрее. Бьем босса пока что. Ребахнули. Крикни на хп. Стопнули по боссу, никто не бьет. Купол Барамиру поставил. В центре, блять, руну закройте, в центре, блять. Прохил, никто не бьет босса. Прохил, 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 прохил. Еще больше прохила. То я прохил. Все, босса бьем. Все по боссу сыграли, перевозим. 2%. Потом становимся все в печеньку. 1%. Быстрее добиваем. Все, в центр все стали, в печеньку. В печеньку все стали быстрее. Тотем на диспел яду. 2 тотема на очищение шаманы поставьте. Барамир Джагу обновляй. Я побить, maybe. Не надо, пока что. Зал чисто танка хилишь обычными флешками, не цепными. Мало волны исцеления, это вот достаточно. Он мне так сильно бьет. Тем более он понял. Иннеры от катиса скините по хилам. Там еще до иннера минуту. Ну. И по мане у них еще нормально. Там зал 12, Барамира 20. Ну, просядут, а. Если еще по гимн дать тогда, когда просядут. Не просядут.
Хуй его знает. Бежит. Зал как минимум тотем на ману еще. Да, должен он кдшиться, кстати. По идее. Смотри, ты деби масс. На тебе СХ все равно еще висит. Ридику подкиливать. Танку не подкиливать. Да не бойся, бей, блять. Наберешь. А, на тебе 6 таков. Нет, 6 таков выбрасывай. 5 максимум, например. Что лучше я? Да иди бей. Ловко, давай меняться. Только справа найди, стой, не слева. Подожди, спадет. Иди тебе эти вам. Ну что-то избавное. Бей, ломай, плати. У нас денег дохуяно. Дай себе про. А он там что, с автоатаки набирает стаки, да, я помню правильно? Да. Ну так, блядь, я уже 5 стаков. Сюда. Лестница? Мы к нему идем или нет? Да пошлите, легкий. Тем более, хули пал есть, должно быть. Давайте все сюда быстрее. Лестница, может, меня? С вами, блядь, с вами нахуй легкий босс, не понял. Блядь, сложный такой. Да, херня выпала. Педали нужны? Да, заберу. Окей. Вам налево? Направо? Давайте все сюда быстрее, направо. Сейчас кипаем этот трэш нахуй. Ждите все. Все, бежите за мной, мобов никого не бейте. Мы до 12. Все за черепом. Сильно меня мелкий тут. Ты ж пень не сдох. Дальше бежим. А там замедление есть, Володь? Мелкий бабл нажми, если есть. Или боб там что-нибудь писал. Не дан. Далеко бежишь. Можно диван не догоняемся. Не, не надо, дальше бежим. Я тебе еще там лужу сзади оставил, догоняй. У меня есть баунт еще, я сейчас прыгну. Что, диван хочешь тут? Не надо дальше. На лайтбаун, спасибо. Бежим, 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 бежим. Друиды стоят. Эту хуйню тоже пропускаем, скипом. Дальше бежим за череп. Прохил меня. Я думаю, можно тут. Все, вот тут вот рипаемся, в череп станемся. Диван. Диван, диван пока мы дай. Да, СС висит еще. Давай мы срез. Все, тресни сова кого-нибудь. Или мы срез дай нам. Ебать спидраймеры. Я думаю, мы сейчас, блядь, если все нормально будет, нахуй, то кару ебаную хэм первым рейдом, нахуй, 3 часа закроем. Хуйню ебаную. Мы за 2 часа закрыли все до опера, так что... За час 50. Ну. У нас с Володькой там есть небольшой план, типа, победятся. Кого? Что, кого? Хилить будешь? Я вторым не хожу. Ну, когда ты точно идешь по манам с ним, потому что палец сына до 8 числа. Ну, которая будет 4. Но... Энхан.
и Эллином, и как то будет. Начинка без ФК 3. Блять, вы может еще скипнуть? Нахуй тут. Не смотреть, правда, или ладно, похуй бить. Надо было больше бить. А? На гнева, да. Да. Не, рано, блять, копытом. А рано точно хуй убьем с этим ДПСом. Блять, без шансов просто, на. Там фамильяры нахуй. Рип нахуй. Этого копыта тоже хуй. Мне кажется, блять, комнату нахуй да, вообще. ДЦ, ДЦ, без ДЦ нет, конечно. Да не, копыта можно без ДЦ, блять. Там если нормально трэш стопать нахуй, убивает он без ДЦ. Там же семя будет взрываться. Ну и похуй. Вон он будет взрываться. Кроме трэша из наших Серега. Я тебе ничего не говорю. Не, Серый, там типа всеми взрывается, но оно не так сильно было. Оно там тут около 12 тысяч получится переносит, это немного. Это прокиривает. Вот трэш, да, он взрывается. Если трэш нормально ну, стопать. Ради интереса просто до следующего КД без ДЦ, да, то есть. Так, да нахуй, не, ну, не нахуя? Это типа, я же тебе говорю, надо трэш прям грамотно стопать и больше уделять времени на трэш. Соответственно, мы будем босса не убивать за 6-7 минут, как мы убиваем, только бит, а за 12-13, потому что мы по трэшу будем больше уедовать. ДЦ, ну, я не говорю, что, типа, как это выразиться. Ах, блядь. Вылетело с головы нахуй слово, которое я хотел сказать. Короче, то, что я говорю, что типа можно без ДЦ убить, но с ДЦ намного проще и легче. И намного быстрее. Но убивается оно без ДЦ. Чтобы имели какие грамотно были, чтобы они урон не получали под сильным. А, в смысле, к бесам не подходили, отходили вовремя, там не подходили. Там основной фокус будет только, ну если без ДЦ, основной фокус на условного ретрика, который будет ловить трэш. А РДД и так АУЕшки могут заливать. Вот и все. Он просто надо, чтобы если один милик словил семечко, все остальные вливались по трэшу, а милик с семечком просто бил босса дальше. Все. Можно и так, да, кстати, тоже можно. Какие дни. Ну, с ДЦ намного проще. Вот все. Вот оперу без ДЦ, мне кажется, блять, хуй убьешь вообще, нахуй. Это мазохизм, нахуй, ебать. Если, если Кроули себе докинет еще 40 хп сверху там как-нибудь, тогда да, можно. Ну, на что-то было, да. Ну, да. Да мне кажется, это даже не поможет. Проще станет в любом случае. Ну там по два этих ебаных активных сияния нахуй, все равно нахуй. Так по 30-60. Не больше 35. Надо чарпа сменить с темной магии на тайную магию на запад. Там меньше. Ну, так, ну, там да нахуя там типа блять, это нет смысла. Он абсорбит серый, но немного так сильно, типа... Там вроде бы вот эта вот лужа под ним, она что же от тайной, да, бьет? Которая кастует Галиндра. И плюс ульт. Нет, это тёмный. А, не, подожди, все правильно, тайный. Дивносияние тайный, да, это которая лужа. Не, ну ладно, да, Эльфира, она хоть и бьет меньше, ну, в смысле, от тёмной, чем от тайной лужа вот эта. Но она их чаще кастует раза в два. Там эта лужа, она один или два раза за повертку удается. Да ну. он же фулл стамина был последний раз, типа, так что он такой. Пих. У меня желание появилось еще раз на кару сбегать побыстрее.
Че, изичная? Кару, блядь, будем ходить первым стаем еще долго. За токеном. Я считал, это, блядь, надо 4 месяца, чтобы фул одеться. А, не, подожди, какой 4 месяца? Больше? Месяцев 5, чтобы всем онли из кары получать токены. Не считай, а ну, если, если не считать и тех, у кого есть, то да, то это да, это долго. 2 токена, каждому по 4 токена, ну минус. Короче, 40 токенов надо, минус, пусть, допустим, 8, да? К примеру, 32 токена. А гибель он будем убивать вообще в 3 хила, нахуй, в 2 танка. Ну, я по-любому буду в танке на трэше, это херня. Да. Потому что мы не будем использовать. Сколько мне дать? Ладно, короче, так, блядь. Тех, кто здесь первый раз, я так понимаю, блядь, ни один человек, ни два, дохуя, да? Или, блядь, есть тут... Вот этот Фирит, Эльхард, я так понимаю, 100% надо объяснять. Друидус, блядь. Зао. Остальные вроде, блядь, должны быть, блядь. А, еще ну ничего. Диспел, дайте по мне магию ебаную. Парамир, блядь. Че? Блядь, блядь. Что ты мой ник назвал? Диспел мне дал. Перенаправление этого ебаного. Тут диспейли что-то надо? Блять, от моба с трэша, который на мне добавился. Так, ребухавайте все тут. Блять, ДЦшки нету, сука, зубов хуёв, ладно. Так, Барамир, твой крест будет, Зао, твой ромб будет. Эльхард, твоя печенька будет. Дальше. Фири, твои трусы будут. Фири полмесяца, окей. Друиду звезда. Ваничелла квадрат. Ну и дальше тут ретенхи и этот третий Вань. Короче. Бьем босса. На трех человек тянется луч. Такой. Зелененький. Увидите. На тех людей, которые кинулся луч, вы, соответственно, будете двигаться. Сейчас к вам вернемся. Подождите. Остальных, на кого не кидается луч. Шаг назад. Отметки. Вот где я еще череп прыгаю. И пиздуете сюда. И бьете босса. Подъебало, соответственно, не подходим к боссу. Это дракон. Напоминаю. Так вот. Кого кинулся луч. Вот, допустим, в ромб кинулся, в трусы и полумесяц. Рядом все. Соответственно, полумесяц. Ты, блядь, один шаг сюда делаешь, потом сразу налево уходишь от них в сторону. Там каждые 3 секунды появляется лужа. Вот появилась лужа в полумесяце, ты хуяк шаг вперед сделал. Появилась лужа, хуяк шаг ну, влево. Самое главное, вот от этих трех людей, которые будут пересекаться лучи, вот эти зеленые, чтобы они не пересеклись вместе. То бишь, блядь, вот так вот нельзя делать, нахуй. Вот вы, блядь, полумесяц прыгнул сюда вперед, и трусы, блядь. И потом, блядь, полумесяц условно прыгает, блядь, опять вперед, нахуй, а трусы, блядь, прыгает, нахуй, сюда налево, нахуй. 2 луча соприкоснулось, нахуй, все, минусовый, нахуй. Откинет и сломает ебало. Поэтому просто, блядь, вот если кинулось вы сразу, ну, рядом метки, блядь, в левую сторону максимально уходите и оставляете пространство самому правому человеку, чтобы ему бегать долго, там, 50 секунд вроде или сколько. Так вот, это что касается этих лучов. Те, кто могут себя прохиливать, соответственно, вы себя тоже прохиливаете. Нельзя стоять АФК. Так, Барамир, ты заберешь этот, блядь, портал? Зеленый. Зеленый, который ману режет? Который, блядь, вон там вот стоит, нахуй. Вон на крест поставил. Вон там вот появится. Под телескопом, блядь. Там портал появится. Он ману будет да. Резать, по идее? Нихуя он не будет резать, блядь. Но его забрать надо, нахуй. Окей. Это когда он станется черным. Так, дальше. Кто у нас, блядь?
похуй. Рид, забирай красный портал. Он прямо вот тут вот будет в кресте появляться. Видел? Да, я знаю где. Окей, будешь забирать красный. Так. Ну, синий. Короче, ой, тут, ну, точнее, блять, какой-то красный. Ну, короче, ты понял, нахуй. Так вот. Дальше. Эти лучи можно снять такими способностями, как Баббл, Боб, Слиться с тенью, это у ночных эльфов, Инвиз у мага, Глыба у мага снимает это все дело. И, в принципе, все. Вот это можно снимать этим людям. Это на кого кинулся луч. Да, то есть, если на тебе луч, нажимаешь лица с тенью, и все. Все, это вся тактика. Мелкие по сейву, по мне, я буду озвучивать, если надо будет по мне что-то кинуть. Понял? Да, Марк, тоже. Если глыбу нажал, с тебя спадает луч. Нажал инвиз, тоже луч спадет. Давайте. Это что, на полбах? Что, я на хп покричу? Что-то не хватает, блядь. Чё мне так хп мало, блядь? Приставав. А, ну да, приставав. Всё, я рчу на полбах. Сейчас босса никто не бьет, пока я его поставлю. Пока лучи не появятся, никто не бьет. Все, поехали. Ну, лучи пошли, аккуратность выходите. Все, Клоя пускай бегает, и Войт Фьюри тоже пускай бегает, остальные дети бить могут. Подъебало не подходить. Просили на меня брать. Короче, это умер немного. Что, блять? Понимаю, понимаю. Зеленый луч пошел. Диван, дай кому-нибудь быстрее. Подожди, я умер. Дай это. Я понял. Камень лог. Как ты, блять, умер, нахуй? А я, походу, не понял. Потому что он по телескоп, блядь, пошел. Ну ты мне сказал на зеленый луч пойти, я пошел. Ты ебанутый или что, блядь, на перифазе, блядь. Вот эта призрачная фаза, которая, когда он темный становится, тебе тогда надо будет туда пойти. Ты понял, блядь, или нет? А нихера. Все, вставалка, может, у кого-то есть. Да, может, кстати, у меня КДШ там еще 5 секунд было. Сейчас сумнемся. А так стоишь все время совсем рядом, блядь. Никаких нахуй телескопов, блядь. Телескоп, когда он темный станет. До меня не достало, ресницы пусть. Че у меня дыхание, блядь, первое самое, блядь, ебало 73 тысячи. Это нормально, нахуй? Сука. Там аркан магия, если что. Было в курсе. Дайте шкаф с уманем. Вагон. Шкаф, когда мы теперь. Ну это нахуй ты встал. ХЗ. Это не второе дыхание, по-моему, второе было. Не, это первое было. Ты что мне в прошлый раз, по-моему, меньше делать дыхание. Странно, ну ладно. Ну, первое это меньше 30-ки должно быть. 73 тысячи въебало. Может, это и второе было, я проебался. Это второе, да, было, потому что ты получил 80 с лишним тысяч. Да я на Барамира отвлекся, блядь. Не 80, 73 получил. Не, это в сумме 2 дыхания, 88. Нет, это было второе, да. Потому что во время, когда он кидает луч, сразу же первый кастуется. Вместе с лучами первое дыхание идет, потом уже второе. Че, с умонем? Лок. Там он не пробежит. 50 секунд еще пришло.
Рибухами, типа, бот время быстрее. Здесь вам саппорт, кстати, нахуй не нужен. Можете ДД фласки. На этом мощь. Ломать стоит. Мне нахуй тоже этот саппорт в пизду не нужен. По баху ехал отдыхание. Меткам встанем по своим меткам. 3, 2, 1 пол. Дай каплю по мне мелкий сейчас. И бежали все туда в угол, в череп, в сторону, в череп, мелкий ты и портал забираешь, напоминаю. Помните ДПС. Отойдите отсюда, отойдите. Ну, блядь, Барамир, алло. Шлёпок. Кто забрал? Ждите. Все, Геру, давайте фу ДПС кукос. Чего вы так долго пьете, блять? Ждете, я вам долго. Блять, меня выкинуло. Сука. На вас, блядь, смотрелся, нахуй. По своим меткам пойдем. Вопрос киньте. По меткам. Блять, сейчас от ебан будет танцевать нахуй. Вот, блять. Правее вынесел. За ухили лучи. Ну, я тебя не похилю, если будешь рядом. Прокинем. Понесело вправо, отходи. Надо какой-то сейв сейчас от тебя, мелкий. Вы умрёте. Сейчас вы дальше уйдем. Заебись, дальше, дальше засейвлюсь. Значит. А похилить я не могу, Ваня. А хилку вжал. У меня мана кончилась. А, не мана. Сейчас банку ссу. А, 6 секунд. Все, сейчас, сейчас, прям забыл. Сука. Ну, короче, побежали все в сторону. Я заберу портал тут. Добрый, окей, тогда. Разоберешь ты, мелкий. Мелкий, оставайся в рейс рейдом. Пускай он забирает. Да не идите в этот угол, ёбаный. Встаньте, блять, вон где сова, вы твори стоит. Хули вы там в углу, блять, все зажались. Блять. Сука. Ну, я долбоёб. Блять. Дайте СС. Лок, дай СС. Блять.
пожалуйста, нахуй, ребят, сделайте так, чтобы я на вас не отвлекался, нахуй. Вот, блядь, это весь босс, то, что вы видели, нихуя не поменяется. Сука, я пока, нахуй, на вас, блядь, посмотрел, проебал кассу этих ебаных портал. Короче, я долбоёб, сорян. Следи за собой, я если что там поору, если кто будет что-то делать. Рисы, блядь. Короче, бля, ваша задача не упираться вот туда, блядь, в конец, в угол, не забиваться, как крыса, а просто стоять за спину босса, но не бить при этом. Там ритала 50%. Когда вам говорят, можно бить, вы просто начинаете ДПСить, ну, на фулл бурсты и поехали. Кстати, как так получилось, что вы, блядь, были вот так в упор ко мне? Я уже специально ушел в край самый. Отворачиваю камеру и просто смотрю, что ты здесь уже упорка со моим лучом. Я такой, чё, блядь? Ну, они там большие достаточно, эти лужи просто. Так нет, ну вам же можно просто вперёд-назад, змейкой вот так ходить. Хз. Типа я так всегда раньше делал. Стоишь, типа, прыгнул на клеточку, повернулся на вправо. А, ну, я не мог вправо уйти, потому что того не села была, и мне пришлось влево, и, короче... Не уходи далеко вправо, да. Я надеялся, потому что ты меня подхиливать будешь, а ты, короче. Не, я подхиливал потихоньку, там, типа, как мог. Но у меня банда не бесконечная, 16 кассу. Извини, мне хилка стоит нихуя немало в этом спеке. Я говорю, что ты дырявый без маны оказался. В смысле дырявый? Камни лок поставь. Ох уж эти неполноценные шаманы. У меня всего 16 команды, блядь, и по 700 стоит один хилка. Ладно. Камушек мог схавать я. На крайняк. Да чтоб тебя прохили, даже банку маны высосал. Да, есть своя на хп банка, так что... Как хуй ты её не пил? Не критично было. Да, есть. Знаешь какой? Какой? Портал? Да, вон я тебя линканул. Ага, он снимает эту хуйню, да? Замедление. Да. Да. Арчу на полба. Всё, ой, поехали. Я пуляю. Красиво ты там, давненько? Ничего таки. Ну, нормально. Переставь-то там. Елки, дашь мне каплю сейчас на следующую? Не вкидают? А, каплю именно? Ну, или какой-то сейф, похуй. Вот сейчас на это пойду. Тогда не надо. Я понял, думаю, сакру давал всегда. Да ладно, похуй. Сейчас. Пока что-то. Сейчас ничего не надо. Вообще на этом поле пока ничего не надо. Я волонер на стаку проверяй. Если ничего, есть банку. Наверное, тебя волонер спасет. Сейчас пазл. Я пошел за зеленым. Окей, тогда ты за меня. Бери вместо меня портал красный. Он появляется возле стола. Вставай, бери. Кто-кто? О, да. Ок заберет. У меня в этот босс вообще не идет урон. Мне показалось, сова. Ну-ка, я могу бить? Ой, я могу бить нормально. Он там через несколько секунд стопает, так что... Получается 4000 магурона каждые 2 секунды. Бьем. Бля, это же идеально для вара. Учитесь, как надо наебывать систему Сируса, блять.
Пометку. И босса сейчас нормально ловить можно. А нет, он все равно по ебанскому бежит. Сука, блять, сервер говна ебаного нахуй. Врата. А, что так стоит? Сова бегает. О, волонер на стако. Сейчас. Сейчас даже такой падает хуй. Массу продать? Да, давай, давай прямо сейчас. Вы умрете. Вы умрете. А это урон тьмы? Или аркан? Хуй его знает, я не смотрел на чёрта. Аркан. Сейчас ебались паза. Портал. Блять. Сука. Не успел добежать. Да как тебе бастить? Поехали. Нужно водички. Там главное без дружков выглянуть. Чуть прямая линия до босса была. И он не побежит слишком. Он уже бежал, даже когда я в книжке стоял. Понимал, они его, блядь, окончательно нахуй сломали. Свои ебаные геодаты. Конченые, блядь. Агро скиньте, блядь. Унесел, вроде. По местам. Пойдет нормально, стоит. Ворота. Сколько до сокремилки? Масс. Масс есть. Сейчас скажу, как нажимать. Совушка, кинь мне фотку какую-нибудь. А что себе просто волонер на стаку? Давай, нажимай. Извини, ну, нажимай. Как ты живешь с волонера? Иди, Талтонков. Блять, чуть не откис нахуй. Ты, блять. Говори же, волонер. Та, уйди отсюда. Я, блядь, 2 тринкета дал, волонер ты, блядь. Вы умрете. Вот сейчас мне эта сакра твоя нахуй не нужна. Мне купол одного. Мне нужно потратить на смельнику слить. Есть плюс 50 капля тогда. У меня, блядь, этот бомжу еще есть. На следующий. Мне на следующий пол вообще сливок не надо. Мать, дыхание не сануло полночь, прикольно. Первая самая слабая же. Да, на первой нихуя не надо, на второй зеленку отдаю, на третьей обычно ебать меня книжку через книжки перекинул. Заебись. Ты мне даешь? Ну дамажа там 15 тысяч, первая сам. Похили шаман, первую. Подхильте меня. Давай, я волонер оттен, вторую настакую. Ложка слишком. Я на вторую отдам. Зеленку на третье бомжей нормально будет.
тема. А, короче, тебя хили, да? Да, ну, все, дальше по мне вообще мало вот нам будет на следующих тупане. Все, стакаю, короче. Мобжи даю. Вообще урон не должен пройти почти. Лишь 0 урон. Смотри, смотри, сейчас на следующее тоже 0 урона будет. Проверяй. Смотри. Хуя. Вот следующее немножко зайдет под измаун. Вот сейчас немножко зайдет урон под измаун. На следующий ищем. Следующего не будет. А ну ладно. Пять дыханий или сколько? Пять, я не знаю. Брата. Я могу бить его вот этого, мне кажется, все это время. Ебать. Получается так. Ну, а только один-то там. Магма бьет. Другой сам ликвидируется нахуй об него. Так, а ОЕ работает у него чисто. Куча всякой херни. То может таги себе забрать. Хорошие ножки тебе. Дай мне штаны, я пошел передос. На мешку взял, что ли? Все, счастье, счастье, здоровья, успехов, нахуй, до свидания. Тройте шею. Че ты просто по приколу кинул? Я не ролю, если что, не переживайте. А кто забрал с меткостью шею? Маг. Дроидус отдал, у него 82. Три сокета, блин. Три сокета, да? И плечи. Дрюс, там у тебя шея, ты сейчас в один стат, уверен, что она тебе нужна? Хотя да, по идее, тебе же на другой спик тоже. Не будете забирать совами? Чисто по приколу. Да, я понимаю, что она, по идее, тебе подойдет и на тот спик, и на тот спик. Это я знаю. Как называется чарка на ноги? Выносливость, ловкость. Накладки. Снежной шкуры. Педали я себе, наверное, ставлю. Попробуем, может, взять потом. А, ты там запы запы. Кидай ее ровно запы. Там 98 было. Нихуя себе. Она что, реально 3000 стоит? Да, 98 ролил. Кто там? Пиздец. Друид ролил. 98 у меня был. Ну, она там, скорее всего, из 20 линейных шаров делается. Нет, она сделается из арктического меха, там чешуи, мерзлого дракона, ну, чешуя дракона, типа мерзлого, и еще там одна фигня. У вас они раньше барыжил. Нитки, они из 20 шаров делаются, единых. Че, ты штаны это оставил? А че он, запах где? Так где ты будешь к нитке или нет? А. Может, 98 кинешь, друида забери. Вы уже ролили, что ли? Да. Да. Приколисты, конечно. А эти штаны, которые с меткостью забрал? Штаны себе. Сколько Азерона, как там этот, как его? Нормально. Весело было. Понравилось. Вообще кайф. Много троев. 40. Ну, суммарно со вчерашним днем где-то 40.